Раз-раз. Здравствуйте, дорогие друзья. Если вы видите данные на экране, то мы продолжаем проходить такой квест, как Альфа Поларис. И будем уже продвигаться, что дальше, как и что. В прошлый раз мы заколебались на этой головоломке. Я не знал, как ее выполнять. Я ее прошел. Вот, надо было отчитать шаги, поменять значение прибора. А все присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, не забывайте про репосты, а мы продолжим, как говорится, продвигаться по сюжету. Всем приятного просмотра. Посмотрим, что будет дальше. Ты кого-то только что застрелил? Я осматривал ее следы. Если бы я не поднял голову, я был бы уже мертв. А я тебе говорил, я тебе говорил! Да. Но возвращаемся тогда внутрь станции, куда там надо. Так, сюда. Погнали. Тик. Ага. Ну, давай с ним. Медведица, которую мы поймали вчера вечером, сбежала из клетки и при этом серьезно поранилась. Что? Ты можешь отправиться за ней? Уже. Она почуяла меня, прежде чем я успел ее заметить. Она напала на тебя, и тебе пришлось ее пристрелить. Я осматривал ее следы, поднял голову, она вдруг оказалась прямо передо мной. Если бы я не посмотрел вверх... Тебе нужно успокоиться. Все хорошо. Ты нашел скотину, это самое важное. Отдохни немного, Руна. Мне нужен грузовик. Нужно перевезти труп. Да-да, но только не сегодня. Скоро стемнеет. Ты уже забыл, что известная юная дама ждет свою бомбу-Аляску? Сейчас? Мне кажется, сейчас я слишком не в себе. Напротив, тебе это пойдет на пользу. Это позволит тебе отвлечься от дурных мыслей. А что это вообще такое, бомба-Аляска? Мороженое с замороженными ягодами? О боже! Слушай меня, причем внимательно. Бомба Аляска – это куда больше, чем просто десерт. Это блюдо уходит своими корнями во времена французской аристократии. Приготовить хорошую бомбу Аляску непросто. Тебе понадобится паяльная лампа и часы, чтобы точно отслеживать время. К счастью для тебя, ты говоришь с известным экспертом в этой области, доказательством чему служит моя идеальная фигура. Я запишу тебе рецепт. Ах, да, и вот еще что. Не надо верить всему, что Тули говорит про Нову. Этот Казанова-неудачник просто ревнует. Такую женщину найти непросто, поверь мне. Я ее давно знаю. Так. Что еще можно у него спросить? У вас ночью были кошмары? Да, был один, который мне снится постоянно. Эйлер-младший ловит нас в тот момент, когда мы отлыниваем от работы. А в остальном небольшое ночное вздутие живота, но это уже скорее нервное. Сны Тули сильно достают его. Послушай, Руна, Тед не всегда ведет себя так, как можно ожидать от человека его возраста. Между нами, сны наяву обычно бывают у подростков. Как я понимаю, залежи нефти здесь достаточно крупные, чтобы начать бурение.
Понятия не имею. Чтобы определить размер запасов, нужно провести еще кое-какие сейсмические работы. Мы уже знаем, что нефть там внизу первоклассная. Насыщенность, плотность, цвет, вкус – все просто идеально. Если мы сможем сосредоточиться на нашем задании, нам всем светит хороший бонус. Как думаешь, рацию уже можно пользоваться? Она выключена. И давай пока не будем ее включать. Буря там наверху продолжается и днем. Она может серьезно повредить нашему оборудованию. Сомневаюсь, что мы сможем с кем-то связаться. Разве что услышишь по радио Вайкики какого-нибудь кретина с укулеле. Пару лет назад мы не слышали даже несущий сигнал из Туле. Но концерты Московской филармонии звучали в идеальном качестве. Неисповедимы пути атмосферных волн. Символы на шкуре указывают на древнее племя Тони Юков. Историки считают, что это всего лишь легенда. Надо же, кто бы мог подумать. В мире осталось еще немало тайн. Я слышал, ты уже давно работаешь в Арктике. Слишком давно, мой друг, слишком давно. Я видел тут уже всех возможных тварей. И самых разных людей. Над чем ты сейчас работаешь? Тебе что-нибудь говорит словосочетание «телурические токи»? Нам нужно с этим поторопиться. Сын Боба вовсе не отличается терпением. Так. Нам нужно в гараже взять канистру. Так, а где она? Вот она. Взяли. Так, а ну а сюда можно к ней пройти? Нова, ты там? Нет ответа. Подожди-ка. А, это я. Да, блокнот. Вот и блокнот. Так, блокнот мы прочитали. Надо сохраниться, чтобы сделать два сохранения. Так. Так. В смысле F. Почему он два сохранения, они по-разному... Чё? Ты шутишь? В смысле? Игра явно меня стебет. Так, из холодильника вынимаем. Сливки. А где этот нож? Кран. А, вот сахар. А, теперь свою комнату топать, серьезно? Ладненько. Там же 12 градусов.
Лобби. Блин, это гостевая комната. А, вот подвал. Ого. Неплохой у них подвал. Так. Ну, что тут брать? Сироп. Огнетушитель. Тоже сливки, сахар. Ящик с мороженым. Так, берем корж, порошок безе, корж. Хорошо, безе и кленовый сироп. Ладненько, попробуем тогда сделать два достижения. Неправильно и правильно. Так. Тогда надо два сохранения сделать. Так. Ти-ри-ри-ри-ри-ри. Подожди ты. Так, второе сохранение. 1, 3, 4. Блин. 1, 3, 4. И первое сохранение 1, 2, 3. 2, 3. Так, сначала. Сахар. Ага. Так, кленовый сироп. Так, порошок безе. С водой. Лео, да? Подожди, вода, мне вода нужна. Вода где? Подожди. Может быть, вода имеется в виду абсент? Потом порошок безе. Да ты, блин, гонишь, алло. Где я ему воду возьму? Твою мать. Серьезно? Блин.
Надо было порошок мезы воду использовать. Почему мне никто об этом не сказал? Ляха-муха. Еще игра долго грузится, блин, вообще. Я в шоке. Сливки, сахар. Давай. Да блин. И новый сироп. Да блин, ну я же, блин, порошок безе же. В смысле не стоит? Твою мать. Но у меня же больше ингредиентов нету. Ты гонишь? Почему он его не делает? И как его делать? Написано же, сливки, сахар. Что с рецептами в этих играх не так? Твою мать. А что с этими прохождениями не так? Объясните мне, пожалуйста, а? Чего? Перевернуть и погреть сверху безе? Выложить мороженое в миску. Написано же сливки. Сахар. Льняной сироп. Сначала нужно смешать его с водой. Кого смешать с водой? Такой умный, блядь. Смысл пока не стоит. А когда мороженое готово, по-твоему, будет? Что надо было забрать? Почему порошок безе, я не пойму, с чем он?
С чем оно должно смешиваться, это безе, блядь? И чё мне, и чё с ним делать? Пока не стоит, почему не стоит? Бля, чё за тупые прохождения, объясните мне, пожалуйста. Объяснит мне кто-нибудь, нет? Какая сессия, 2 минуты, блядь. Что за тупость? Блять, вот рели не хватало на этом застрять. Вот честно. Блин, придется, блять, прохождение смотреть. Я манал. Короче, узнал я, как эту хрень делать, если, конечно, все верно, а если нет, то придется по новой делать. Вот надо настолько по-дурацкому. А, безе у меня уже есть. Верни. Перевернусь. Так, настолько тупо все это сделано. На свиданочку. Ого, да здесь уютно. Я слышала про медведицу. Не следовало мне ее ловить и запирать. Ты... Да, просто немного устал. Давай съедим по бомбе Аляски. Это поднимает настроение. Что скажешь? Давай съедим. Божественно. С фламбированием ты справился отлично. Правда? Да, такую бомбу Аляску я не ела с самого Анкориджа. Попробуем? Это... Кошмар какой-то. Извини. Вкусно. Изумительно. То есть я получаю хорошую оценку? 5+. Ура! Эта бомба Аляска а-ля Норвегия – просто чудо. Чудом скорее следует считать возможность свидания посреди Гренландии. Это не совсем так. Здесь женщины просто в отчаянии. Итак, большое спасибо. Не думаю, что ты так легко отделаешься. Я ожидаю от тебя ответного угощения. Скажем, следующее воскресенье. Могу сделать тебе эскимосское мороженое. Не уверен, стоит ли мне знать, что туда кладут. Еще как стоит! Это называется акутук. Ягоды, оленьий жир и тюленьий жир. Раньше часто также добавляли жир упитанных норвежских исследователей. Какая жалость, что у нас остались только тощие. Может быть, если я немного прибавлю в весе, ты внезапно согласишься со мной встречаться? Может быть. Но сначала я хочу узнать одну вещь. А почему ты вообще хочешь со мной встречаться? Ну, ты просто именно такая, какой я себя представлял, идеальную девушку. Уникальность, наверное. Ты тащишься от древних жуков, и тебя зовут Нова. У тебя, похоже, не часто свидания бывают.
Что это? Похоже на вертолет. Эй, вы там! Там сзади зонт лежит, выгружайте его. А вы знаете, Ваше Величество, что я тут вообще-то типа спал? Эллер-младший? Да. Нова, с тобой все в порядке? На базе в Туле весь день пытаются связаться с вами. У нас все хорошо. Отец очень беспокоился. Вообще-то я немного занята, Алистер. А вы кто такой? Руна Кнутсен, исследователь из Норвегии. Я разговаривал с вашим отцом. Нова, покажи мне лабораторию. Черт. А что, достижения не дадут? Я не заслужил? Так. О, как все запутано, товарищи. То есть базовые пробы вы еще не взяли? Вы же знаете, что нам нужен полный комплект, Шауман. У меня пока не было времени. Где эта ваша находка? Недалеко от нижних вешек. Я завтра же отправлюсь туда сам. Спокойной ночи. Все свободны. Завтра утром мне нужны результаты ваших исследований. Нам нужно знать, чем вы тут занимаетесь. Какой грозный тип! Как страшно! Так, ошейник с ноутбуком. А где ноутбук? Стоп, а где ноутбук вообще? Какой ноутбук? Тут же нет ноутбука. Буддийская статуэтка. Стоп. Так, и чё? Так, и чё выбираем? Плата восточная? Ё-моё. Импорт. Data points. C5. Так. Glacis map. Ага. Шоман 3. Короче, мы в Шоуман 3 завтра отправимся, да? А пока идем в свою комнату, да? Ну погнали, чё? В свою комнату. Стоп, подожди, а можно сделать вот так? Нет. А до нового можно постучаться?
Нова, не хочешь взглянуть на шкуру? Думаю, я лучше спать пойду. Наверное, лучше перенесем это на завтра. Ладно, спокойной ночи. Ладно, шоколадно. Ну, давай. Ага. И что тут у нас? Это кто? Кто там занимается рудокопанием? Чего? Это всего лишь сон. Толи! Так, а какая у нас тут? Минус 18? А, это типа... Нова? О, нет! Нет! Не хочу! Пожалуйста! Пожалуйста! Нова! Проснись! Я не могу! Слишком темно! Не подходи ко мне, а то он тебя тоже услышит. Кто? Кто меня услышит? Вендиго. Я его уже видела однажды в Нунавуте. Я тогда была совсем маленькой. У меня была высокая температура. Здесь никого нет, только я. Интересно. Кто такой Вендиго? Это все самое страшное, что может быть в Арктике. Смерть от холода, голод, одиночество. Подожди. Я должен узнать, в чем дело. Жди здесь. Все будет хорошо, Нова. Я скоро вернусь. И все, поговорить нельзя. Очень смешно. Так. Так бери ружье. Зарядил. Эта тварь хотела войти, но я ее прогнал. Видишь? Чего ты лыбишься? Ты должен успокоиться, Тули. Ты должен что-то предпринять, Руны, иначе оно всех нас утащит под лед. Что вы там делаете, черт бы вас побрал? Заходите быстро. Алистер, успокойтесь. С Тули что-то не так. Я не позволю вам поставить под угрозу всю операцию. Чудовищу на ваши доходы от нефти наплевать! Оно здесь! Оно рядом с нами! Вы его что, не видите? Чудовищу? Здесь что-то не так, Алистер. Идиот! У этого никчемного дармоеда, очевидно, обычный психоз. А вы его еще и поддерживаете. Точно, психоз! Да вы понятия не имеете, каково это! Кретин вы эдакий! Может успокоить обоих? Послушайте, здесь что-то не так. Я же говорю, эта тварь рядом! Я вам не говорил помалкивать. Вы же только нервируете этого безумца. Серьезно? Мне очень жаль, Тули, но ты не оставляешь мне выбора. День третий уже. Офигеть.
Минус 9 градусов. Весело. Так. Так, подожди, а можно еще кое-что проверить? Мне интересно. Нова, ты там? Нет, ее там нету, да? Ладно. Что тут происходит? А это вы нам расскажете. Из-за вас Туллю ночью чуть было не перешел черту. У меня не было другого выбора. Нет, был. И вы решили поддержать его безумный бред. Его кошмар был. Нова, расскажи нам, что ты видела прошлой ночью. Я не понимаю, о чем ты? Ты рассказывала мне о каком-то духе, которому поклонялись охотничьи племена. Ты еще говорила, что у тебя была статья. Нет. Мне нужна эта статья. Ты ее не получишь. Нифига себе наезд. Охреневшие. Так, подожди, а... Эл, расскажи нам то, что ты мне рассказывал про бурю. Ладно. Видишь ли, Руна, то, что я говорил о буре и о призраках, это все было в метафорическом смысле. Вряд ли мы поможем Туле, если будем искать рациональные причины перемен в его настроении. Вчера ты говорил кое-что совсем другое. Это далеко не первое мое задание в Арктике. Мне приходилось наблюдать, как приходят и уходят самые разные парни. Некоторые уходили заметно раньше, чем собирались. Среди них были и опытные ребята. Я вижу тут признаки легкой изоляционной паранойи, которая, тем не менее, может прогрессировать и распространиться на всех нас. Во имя здоровья Тули, давайте не будем пороть горячку. Это и так зашло слишком далеко. Да, кажется, вашу версию никто не поддерживает, Кнутсон. Потому что боятся. Вы знаете, что я думаю на самом деле? Я думаю, что вы один из тех парней, которые любят делать вид, что знают больше остальных. Но на самом деле вы не имеете понятия вообще ни о чем. Если бы была возможность, я бы отправил вас обратно в вашу социалистическую Швецию. Или откуда вас там сюда принесло? Я знаю, как вы можете избавиться от меня на какое-то время. Отправьте меня к той расселине. Я возьму пробы, которые вам так нужны. Вы? С другой стороны, мне не придется рисковать для этого своими настоящими людьми. Руна? Подождите, Алистер. Я не думаю, что это хорошая идея. Я могу сам туда отправиться. У меня как раз нет никаких важных дел. Вы должны подготовить пробы, пока я снова делаю тесты. Ну хорошо. Но не пытайся спускаться вниз и не подходи слишком близко к краю. Мне уже приходилось следолазанием заниматься. Расселены — это не совсем то. Они опасны даже для опытных альпинистов. Самый безопасный способ взять пробы — просто опустить зонд на лебедке грузовика. Как только он окажется внизу, пробы будут взяты автоматически. Тебе понадобится вся твоя теплая одежда. Сегодня ночью будет очень-очень холодно. И возьми с собой ружье с усыпляющими патронами. Так, переходим в лобби, значит. Ага, Тед. Как ты себя чувствуешь, мужик? С тобой все в порядке? Нет. Рука болит? Об этом не беспокойся. Я бы эту сволочь пристрелил. Он у меня мою пушку отобрал. Мою пушку, черт бы его побрал! Ободрить разговор на кухне. Алистер только что до меня докопался. Эл снова и ни слова не сказали, чтобы меня защитить. Они разумные люди. Я про Элла и Нову, а не про этот куль дерьма.
Но мне кажется, что они боятся еще больше, чем я. А я боюсь до смерти. Но это все равно все не важно. Мы в заднице. Эта тварь придет за нами, когда буря наберет полную силу. И ты думаешь, что мы с ней ничего сделать не сможем? Вообще ничего. Так. У Новы тоже кошмары. Я вчера с ней разговаривал. Я знаю, у нее на лице написано. И у тебя тоже. Нет? Да. Пожалуй, она все же не так уж и холодна. Какая все-таки жалость. Вы двое... Вы вполне могли бы быть счастливы. Так, про Элла. Я не понимаю, почему Эл встал на сторону Алистера. У него отличные отношения с Бобом, поэтому он не хочет обижать Алистера. Но ведь этот старый лис хороший парень. Так, сейчас я подойду, ребятки. Мне нужно пара секунд. Так, ну что, ребят, продолжаем. Так, а статья? У нее есть статья об этой твари, но она не хочет мне ее давать. А ты сам возьми. Для этого мне придется вломиться к ней в комнату. Ты ее боишься больше, чем дракона, что собирается всех нас поубивать? У тебя есть мастер-ключ? У меня есть несколько заготовок. Замки здесь старые и плохие. Может быть, ты и сам сможешь изготовить мастер-ключ? Как ты думаешь, что это за чудовище? Это дракон. Как в книге Откровения. Как в последней битве. Армагеддоне. В моих снах он все время хочет есть. А дракон... Он ест не так, как мы. Чем больше он ест, тем сильнее его голод. А потом он сожрет весь мир. Борись со своим страхом, Тулия. Не так уж все и плохо. Нет, еще как все плохо. Но ничего страшного, потому что если я умру... Если я умру, я окажусь в раю, на небесах. Папа всегда так говорил. А потом этот пердун помер. Так, ладно.
Ага, вот веревку можно взять. Нефтяной зонт. Что там надо сделать. Да, без снова головоломки, блять. Как обычно. Квесты этими страдают. А что нам, куда надо положить сумку? Никуда. А. Ага. Так, ладно. Угу. И чё, три ключа. Щёлкаем. Подожди. А как нам это сделать? Брелок с заготовкой? Стоп. А я откуда знал, как он выглядит? Бля, серьезно? Могу остановить. Я понимаю, что не получится, а как восстановить? Вопрос, алло. Как мне этот сраный ключ восстановить? Как сбросить?
заготовки, а как сбросить, я не пойму, как он выглядит вообще. Иди, твоя мать, еще и здесь я затупил. Просто обосраться, реально. Бля, я не знаю, как ключ сделать. А я что, типа уже профейлил, что ли, этот момент, или что? Как мне теперь это? Как мне по новой это сделать? Ключ. Бля, заготовка у него еще есть? А если я зафейлил, мужик? Что тогда? Еще одна заготовка. Мне нужна еще одна заготовка. Вот. Угу. Блин, я не хочу сейчас. Блин, я не хочу сейчас из игры выходить. Вот реально, вот эта заготовка ключа. Просто пипец какой-то. Я уж лучше найду, блядь, в интернете, как эту выемку сделать, дремучую. Просто реально, блядь, закрывать игру из-за того, что ключ не могу сделать правильной выемкой. Ну такое себе. Сейчас. Останется, как говорится, найти. Так, назад. Блин, еще разобраться бы. Блин, как это все работает? Сейчас, ребятки, секунду. Капец. Так. Интересно. Такое чувство, как будто я не искал Альфа Полярис. Нет, искал. Так. Благо, что в этом прохождении есть картинки. Так. Значит, должно быть и херня с ключом здесь. Подожди.
Написано 1, 2, 3, 4, 5 мы пропускаем. А, значит, получается... Давайте попробуем. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так что ли, оно, подожди. Охренеть. Сработало. Ага, код. А чемодана мы не знаем. Что тут еще можно порыться? Блокнотики. Кровать. Подожди, это случайно не в этой? Почему-то не в этом моменте. Ладно, сейчас тогда сохранимся. Так, 1, 2, 3. Агась. Что тут у нас? Открытка. Подожди, а что там написано? 2.15? 2.15.11. Два 15.11. Стиральная машинка. А на спогребе ничего интересного нету? Ну, слово совсем, да? Ладно. Нету так нету. Я думал, может, что-то интересное будет. А оно оказалось, что ни хрена ничего интересного. Так. А главный герой топает, идет. А главного героя никто не найдет. Книги. Биология, естествознание, плакат научной выставки, окно, ловец снов. Ого. Угу. Можешь скрин такой сделать. Кровать. Кстати, вот интересно, достижение. У нас больше головоломки не будет жесткие. Подожди-ка. Так. 1-4. Сколько еще проходить-то? 0-4. Угу. Текс.
Надеюсь, это все скрины до финала. Ну да. До финала все скрины. Игрушка не такая долгая. Вообще от слова совсем. Так. Щелкаем. Ждем. Шестнадцать. Подожди. Как открыть? Чем у меня достижения не открываются? Так, подожди, как назад? Что-то еще забрать надо или нет? А, нет. Сейчас попробую. 666. Ага, нам надо идти в гараж и садиться в автомобиль. Ух ты, красиво. Так. Нефтяной зонт. Так. Веревку. Прикольная пещерка, в принципе. Текс. Ого. Чашка какая-то. Что, у нас больше никаких вариантов? Так.
Подожди. Сначала надо еще раз. Вот для чего мы это сделали. Подожди. Ух ты. Теперь вторую чашку наливаем, да? Так. Ого. А вот и символы. И что тут? Да блять. Чё, блин, ледяной этот? Стены. Кости. А вот и символы, да? Угу. Так, а как, кстати, изучить дневник? Миф о Вендиго. Ага, живущий в Гренландии. Ага, вот она как. Так, подожди, а еще что есть? У нас же не только система об этом. Вот, хорошая охота, символы, да? Они похожи на те символы? Или нет? Да, вроде похоже. Угу. Походу будет не очень легкая загадка. Но подожди. Первый символ. Рамка, рамка. Четвертый, третий, второй, первый. Так, ладно, шаман. Подожди, по-русски. Угу. Второй символ. Трон. Чтобы тоже не париться. Третий символ. Так, четвертый символ.
Вендиго. Вендиго на землю. Нихрена себе поворот. Мне так жаль. Началась гангрена. Их уже нельзя было спасти. Он забрал их, Руне. Повелитель зимы забрал твои руки. Ни хрена себе кошмарики. Конечно. Так, где они там? Или что ты там захочешь? Неважно. Мы можем хоть сейчас встать на лыжи и отправиться в путь. Я уже ответила нет. Что тут происходит? Ты не спишь. Как ты себя чувствуешь? У меня все болит. Что случилось? Ты попал в аварию на грузовике и почти замерз. Но сейчас ты в безопасности. Пока Нова вчера ночью спасала вашу задницу, Криан окончательно сошел с ума и начал крушить все вокруг. Мне пришлось вколоть ему морфий, чтобы успокоить. Но связывать я его не стал. А теперь он пропал вместе с Шауманом. И в некотором смысле виноваты в этом вы. Может быть, вы все же расскажете мне, что же на самом деле случилось? Тули с Эллом пропали, а вы ничего не слышали? Ну все, хватит. Сейчас ты у меня получишь. Изнеженный мальчишка. Если бы не руны, Тули застрелил бы тебя. Здесь люди умирают, а у тебя голова набита все тем же дерьмом. Мы с руной как-нибудь найдем выход. А ты можешь хватать свои лыжи и проваливать к чертовой матери. Пойдем, Руны. А этот пусть делает, что ему в голову взбредет. Нова, подожди. Подождите, пожалуйста. Вы совершенно неправильно меня поняли. Я хочу вам помочь. Это вы называете помочь? У меня просто не было никаких кошмаров. Я все это вижу несколько не так, как вы. Везет вам. Интересно. Так. Идем туда в лабораторию. Так.
Так. А, можно снова с этой новой поговорить. Прости, что я тогда так с тобой себя вела. Когда эта тварь ночью искала меня, я подумала, что умру. Или чего похуже. Еще ребенком я слышала страшные истории про Вендиго. Когда мы утром об этом говорили, я просто хотела вытеснить эту мысль из своей головы. Ты простишь меня? Не надо извиняться. Ты мне ночью жизнь спасла. Но я не поддержала тебя в споре с Алистером. Важнее то, что мы будем делать теперь. Нам нужно повторить все, что мы знаем об этой твари, Вендиго, или как она там зовется. В нем нет ничего человеческого. Я знаю. Я видел его вчера ночью в расселине. Почему он здесь? Да. Впервые мне приснился страшный сон, когда Эл вернулся из расселины. Мне тоже. А с бурей что? Как раз той ночью началась буря. Мне кажется, что буря – это нечто вроде завесы или портала. Похоже, призрак каким-то образом заперт за ней и использует ее, чтобы проникнуть в наши сны. Возможно, он пытается заставить нас делать что-то, потому что сам физически не может проникнуть сюда. Ты прав. Он пытается установить над нами контроль. Мне кажется, его зов сначала повлиял на белых медведей. Ночью, когда вернулся Эл, они собирались у расселины. Чего бы он ни собирался делать, рано или поздно он нас сожрет. Если он действительно вышел из расселины, а что конкретно ты видел внизу? Следы древних ритуалов. Каннибальских, жестоких ритуалов. Если верить мифам, такие ритуалы притягивают Вендиго. Значит, он пришел и истребил все племя. Вероятно, ты прав. Как ты думаешь, каким образом Эл освободил сидящего в глубине призрака? Его можно вернуть обратно? Думаю, дух каким-то образом связан с костями. Я их уничтожу. Вместе со шкурой. Ты можешь это сделать прямо сейчас? Единственный вариант – кремировать их. Я соберу все, что для этого нужно. Скоро увидим, получится или нет. Да, было бы все так просто. Бедный парень. Я вчера с ним разговаривал. Казалось, что он почти сдался. Криан так и не смог привыкнуть к местной жизни. Вы были здесь всю ночь? Вы не слышали выстрела? Я ничего не слышал. Вчера Нова на снегоходе проехала прямо мимо его трупа. Почему она его не заметила? Оставьте ее в покое. Она и так достаточно страдала. Не делайте вид, будто ее защищаете. Она может говорить что угодно, но именно я несу тут за всех ответственность. Да уж. Um...
Так, подожди, а где у нас тут стоп-кэши? То генератор. С правой стороны от гаража. Это бензосос вообще. Кошки, понятно. А, понятно, подожди. Ничего не получится, Кнутсон. При такой температуре кости не горят. Нужно более жаркое пламя. Например, можно использовать термитную смесь из алюминия и окиси железа. Но чтобы эту смесь зажечь, понадобится магний. Ага, окей. Спасибо. Так. На анод. А, вот ржавая бочка. Так, ржавая бочка. Куда? Лабораторию? А, нет. На кухне. Так, сковорода. Так. А, циркулярная пила, что ли? Ой. Не туда. Подножие станка. Так, подожди, метла. Ага.
добавилось. Так. Ложим алюминий, магний и ржавчину. И что нам делать? Вон как. Я выпустил его. Это моя вина. Может быть, если я найду, он уйдет со мной. Не ищите меня, Эл. Интересно. Получается. Так. Погнали, чё. С тобой все в порядке? Нет, но я как-нибудь справлюсь. Я могу как-то помочь? Не. Как он умер? Застрелился. Я нашел записку от Элла. Похоже, он вчера ночью отправился на ледник. Эл тоже видел эту тварь, да? Да. Он ничего не сказал, все скрывал. Это на него похоже. Мы можем пойти за ним? Нова, Эл мертв, и скоро стемнеет. Если мы сейчас выйдем наружу в темноту, мы все это переживем, Нова. Я уничтожил кости. Скоро узнаем, поможет или нет. Ты вчера видела что-нибудь, когда пришла сюда? Нет. Все остальные спали? Да. Я буду рядом, если я вдруг тебе понадоблюсь. С тобой все в порядке? Нет. Так. Ты знаешь, кто это был? Нет, но подозреваю, что Тули. Как дела? Смертельно устала. Понятно. Я буду рядом, если я вдруг тебе понадоблюсь. Так, ну что, попробуем сохраниться. Ну, погнали же. Руны, подожди.
Ты же сказал, что будешь рядом, если я захочу поговорить. Посидишь со мной немного? Тебе уже лучше? Все остальные знают, что я росла в бедности. У меня не было никого, кто бы меня защитил. Мне всегда приходилось быть сильной. Но сейчас у меня впервые в жизни такое чувство, что я этого не могу. Руны, я на грани. А что, если Виндиго снова придет, а я буду слишком усталой, чтобы сразиться с ним? Наверняка сначала он примется за нас. Я думал, я помру в той пещере. А тебя ну никак не назвать слабой. Ты из нас самая сильная. Скорее уж стоит беспокоиться из-за меня. Я видел во сне страшные вещи, Нова. Я что-то сделал с тобой. В это нельзя верить. Потому что эта тварь хочет, чтобы ты в это поверил. То есть ты не боишься, что я могу что-то с тобой сотворить? Нет. Тебе лучше остаться со мной этой ночью. Чтобы ты всегда был у меня на виду. А что с Алистером? Между нами больше ничего нет. В том году мы встречались, но я положила этому конец. В прошлом у него были травмы, похуже моей. Видимо, не просто с самого раннего детства конкурировать с собственным отцом. Но ты не такой, Руна. Ты самый честный человек, которого я знаю. Я до смерти боюсь, Нова. Да, и все равно у тебя хватило смелости взглянуть правде в глаза. Останься со мной. Ну окей. Если ты этого действительно хочешь. Знаешь, если мы выберемся из этого кошмара живыми... Да, когда мы выберемся. Кажется, я слышу его. Нова, здесь чертовски холодно. Он не исчез. Он все еще здесь. Свет выключился. Все будет хорошо, Нова. Я скоро вернусь. Да. Такие дела. Ладно, на этом остановимся, ребята. Всем до скорого. Неплохая была интересная игра. Всем до встречи. Всем пока-пока.